Всего 3 столовые ложки в день и прощай жир на животе! Если напечатать слово «как» в строке поиска Google, то вопрос «как убрать жир с живота» тут же выскочит в подсказках. Интернет предлагает около 4 миллионов 270 тысяч советов на эту тему. Наверняка вы тоже пробовали некоторые из них. Утренние пробежки, ежедневные походы в спортзал, ну или хотя бы занятия 3 раза в неделю, кардиотренажеры – пройдено. Диета и таскание с собой пластиковых контейнеров с салатом, капустой и брокколи, чтобы есть витамины каждые 3 часа – пройдено. Никакой еды перед сном или, ну как там в инструкциях? После 6? Испытано на себе. Попытки обмануть свой голод, например, выпивание литров воды или передоз оливковым маслом? Знаем, пробовали. Все это так и не помогло вам в борьбе с жиром. У нас есть новое решение этой проблемы. Адми нашел рецепт полезного напитка, состоящего всего из 2 ингредиентов. 3 столовые ложки в день помогут вам избавиться от живота в рекордные сроки. Звучит интригующе? Тогда не забудьте поставить лайк и приготовьтесь узнать секрет идеальной фигуры. Во-первых, давайте разберемся, почему так много людей охотно тратят свое время и деньги, чтобы избавиться от жира на животе. К примеру, статистика за 2017 год показывает, что 91% женщин в США недовольны своим телом и постоянно сидят на диетах. Более половины девушек студенческого возраста комплексуют по поводу того, что их вес превышает норму. Наконец, самое шокирующее – 42% девочек младшего школьного возраста недовольны своим весом и хотят сбросить его. Возможно, вы тоже из числа людей, которым не дают покоя лишние килограммы. Не стесняйтесь признаться, нажмите лайк, если так оно и есть. Что же заставляет вас и нас видеть в лишнем весе своего злейшего врага? Во многом это заслуга средств массовой информации. Стройные люди улыбаются нам с экрана телевизора и страниц журналов. Сразу видно, что они больше зарабатывают, лучше контролируют ситуацию, чаще добиваются успеха и популярности. Для многих из нас быть толстым значит быть ленивым неудачником с нехваткой силы воли. У некоторых эти стереотипы так сильны, что они невольно навязывают их окружающим. Однако это вопрос не только стереотипов или моды, но и здоровья. Избыток лишних килограммов может привести к целому ряду серьезных расстройств. Не только физиологических, но и психологических или, скажем, репродуктивных. Ожирение может стать причиной сердечных заболеваний, инсульта, диабета и некоторых видов рака. Что бы ни было для вас главным, красота или здоровье, вам пригодится этот напиток. Всего 3 столовые ложки в день помогут убрать живот и снизить уровень холестерина. Хотите узнать больше? Итак, первым ингредиентом в нашем рецепте будет чеснок. Да-да, та самая вонючая роза. Полезная вещь на кухне, хорошая защита от простуды и вампиров. Люди знают о целебных свойствах чеснока не 1000 лет. Знаменитый древнегреческий врач Гиппократ использовал его для лечения многих недугов. Что же может дать нам этот продукт? Очень многое. Чеснок богат антиоксидантами, не дающими развиваться болезни Альцгеймера, слабоумию и сердечным заболеваниям. Он поможет вылечить простуду, очистить лицо от угрей и укрепит ваши кости. В составе маски для волос чесночный сок сделает вашу шевелюру более густой и красивой. Чеснок очень питателен, но содержит минимум калорий. В наш век магазинного изобилия чеснок можно покупать не только луковицами, но и в виде порошков и паст, экстрактов и масел. Сколько нужно есть чеснока, чтобы быть здоровым? По крайней мере, 1 зубчик с едой 2 или 3 раза в день. История 2-го ингредиента для чудо-напитка уводит нас в глубину веков. Считается, что впервые этот продукт начали изготовлять около 6000 года до нашей эры на территории Кавказа и нынешнего Ирана. Что еще сказать? Делают его из винограда, а употребляют во время веселых застолий и вечеринок. Да, речь идет о красном вине. Те, кто считают, что алкоголь вреден для здоровья, не совсем правы. В умеренных количествах, около 3 бокалов в неделю, красное вино может принести много пользы. Как и чеснок, этот продукт поможет снизить уровень холестерина, тем самым улучшая работу сердца. Также он борется с простудами и защищает кожу от воздействия ультрафиолета. В шкурке красного винограда содержится ресвератрол. Это вещество способно контролировать уровень сахара в крови, улучшать работу мозга, укреплять память и даже замедлять процесс старения. К тому же ресвератрол снижает риск появления депрессии. Однако, повторим еще раз, вино бывает полезным только если пить его в меру.
Как видите, оба ингредиента нашего секретного напитка помогают контролировать холестерин. Почему это так важно? Чем выше уровень холестерина в организме, тем сильнее угроза для здоровья. Холестерин циркулирует в крови, а поступает он туда из двух источников. Во-первых, наша печень производит это вещество в нужном для тела количестве. Во-вторых, мы получаем его с едой. Мясо, птица и необезжиренные молочные продукты содержат холестерин и трансжиры. Попадая в организм, эти жиры заставляют печень вырабатывать еще больше холестерина во вредных для нас объемах. Лишний холестерин повышает риск ишемической болезни сердца, сердечных приступов и инсульта. Опасность возрастает при наличии других факторов риска, таких как курение, повышенное артериальное давление и диабет. Хорошая новость заключается в том, что уровень холестерина можно регулировать. Раз уж чеснок и красное вино настолько хороши по отдельности, что же будет, если соединить их вместе? Вы получите супермощное снадобье, которое уберет ваш живот и приведет холестерин в норму. А еще оно очистит кровь, укрепит иммунитет, ускорит метаболизм и позволит сжигать жир с невиданной скоростью. Вам понадобится 12 зубчиков чеснока и 473 грамма красного вина. Все, что вам нужно сделать, это очистить и мелко порезать зубчики, положить их в стеклянную банку и залить вином. Закройте банку и оставьте ее на солнце на 2 недели. В течение этого времени не забывайте периодически встряхивать банку. По окончании срока процедите смесь и налейте ее в темную стеклянную бутылку. Вуаля! Ваш волшебный напиток готов! Пейте по 1 столовой ложке снадобья 3 раза в день на протяжении 1 месяца. Повторите весь процесс через 6 месяцев и насладитесь достигнутым эффектом. Кстати, если вы не любите алкоголь или он вам противопоказан, попробуйте заменить вино на воду. Ваше тело скажет вам спасибо, а друзья и знакомые удивятся, что за новую диету или тренировку вы открыли. Не забудьте сказать им правду и поделиться суперрецептом. А у вас есть свои методы борьбы с жиром на животе? Напишите нам в комментариях и обязательно расскажите о том, какое влияние оказал на вас чудо-напиток. Вы считаете это видео интересным и полезным? Тогда нажмите кнопку «Нравится». Если наш ролик наберет 50 тысяч лайков, мы поделимся с вами другими простыми способами победить жир. Не пропустите их! Подпишитесь на наш канал. Будьте с нами на Адми.